Поговорим сегодня о том, почему нужно правильно держать спину. А чем опасно? Не спеши, сейчас объясню. Итак, что происходит? Поясничный отдел, место прогиба вперед, как положено, прогибается назад, что не физиологично и создает нагрузку на крестец. Грудной отдел, соответственно, тоже прогибается назад, мышцы напрягаются, потому что им нужно держать наше тело, чтобы оно не упало вперед. А с шейным отделом что? Да, шейный отдел. Если мы спину прогнули назад, шея у нас и голова естественным образом уходит вперед. Соответственно, нашему организму нужно все время держать голову, а голова взрослого человека весит ориентировочно 12-15 килограмм. То есть 12-15 килограмм мы с утра до вечера, например, при офисной работе постоянно приходится держать. Что происходит? Мышцы сдавливают позвоночник, позвонки сближаются, то есть идет постоянная компрессия, что ведет к остеохондрозу, грыжам. Руки, да, естественно, тоже они иннервируются из шейного отдела и пережимаются, и начинают неметь. То есть пальцы немеют, руки немеют, голова болит. Поэтому сидите на работе правильно, облокачиваясь на спинку стула, а стул желательно, чтобы имел поясничный прогиб, или подкладывайте туда подушечку.